наполнить сердце своей любовью. И тогда человек не будет не обижаться, он просто будет смотреть. Если вот так, я вот раз взял, начал медитировать, взял просто сцену, вспомнил, как люди ругаются. Начал медитировать глубже в молитве, глубже смотреть. И раз меня осенило, я увидел этих людей в другом, картинка поменялась совсем. Я увидел, как каждый из них просто пытается донести другому свою боль. А так как тот не слышит, поэтому это донесение боли превращается в истошный крик. Вот вся ругань из этого состоит. Все. Если бы хотя бы один услышал, тогда никакой ругани бы не было. Но чтобы услышать, для этого надо всю эту боль в свое сердце принять. Как Высоцкий поет. Принял пулю на вздохе, чтобы солнце вошло на востоке. Понимаете, то есть не просто пулю на вздохе принять, понимаете, это не просто. Человек, который способен, имеет силу принять вопль отчаяния близкого человека, этот человек достоин любви. А если человек не способен это принять и всегда злится в ответ на то, что друг близкий человек страдает, то это называется руганью. Пытайтесь понять разницу между тем и другим. Разница заключается в силе сердца, в глубине. Насколько у меня много там внутри возможностей держать чистоту в своем сердце, хранить ее, не быть побежденным, не быть побежденным грязью. Как правильно вести себя, как муж, когда муж слишком строг детьми, мальчиками? Может даже всыпать ремня, а мне это при этом всегда хочется вмешаться. Несогласие с мужчиной возникает, потому что он сам не безупречен, матерится и может оскорбить меня в присутствии детей. Это мужские недостатки, видите, грубость, излишняя принципиальность, категоричность. Все это означает просто уровень сознания семьи. Что делать с ребенком, который испачкался и воняет чем-то на букву «Г»? Надо сначала посмотреть по квартире, разобраться, где он сел в это. А потом дальше уже с ним что-то делать. Когда люди не очищают атмосферу, в которой они живут, бесполезно менять человека. Если вы не верите мне, то просто вот побудьте хотя бы 5 часов в храме в каком-то. Вы увидите, ваша психика успокоится, вам станет все классно. Вот даже просто вот сейчас мы говорим о возвышенных вещах 3 дня. Вот поднимите руку, у кого просто за 3 дня само собой жизнь поменялась. Ну, пожалуйста, видите? А у кого близкий человек сам за собой поменялся за 3 дня? Вот такие люди есть. Атмосфера меняется, и меняется жизнь. Меняются близкие люди. Все меняется вокруг. Просто от изменения атмосферы. Почему муж звереет? Потому что у вас атмосфера такая в доме. Иногда в квартиру захочешь, даже кушать не хочется там. Если поешь, вырвет просто. А иногда заходишь, у меня есть такие друзья, они так молятся, освещают пищу, когда ты поешь, просто у тебя тает сердце просто внутри. И тебе не хочется даже плохо думать ни о ком вообще, просто не хочется. Просто потому, что ты попал в такую атмосферу. Современное общество очень много внимания уделяет разборкам. Олег Геннадьевич, что мне сделать с мужем, чтобы он перестал бить сына? Его самого просто надо убить, и все. Больше ничего не надо делать. Поймите такую вещь, что ты с ним ничего не сделаешь. Собака бывает кусачей только от жизни собачьей. Понятно? Жизнь означает атмосферу, в которой человек живет. Меняйте атмосферу. Начните с молитвы готовить пищу, кормить мужа этой пищей, он растает. Кто не верит, поднимите руку. Честно. Ну не бойтесь, я вас не съем. Ну ладно, все верят. Хорошо, все равно я вам расскажу эту историю. У меня ребята, вот, которые учатся моим методикам, они завели собаку. Собаку, обычную такую дворнягу. Она была очень благодарна, что ее взяли домой и загрызла двух соседских гусей.
и две головы принесла как раз моим ногам, понимая, что я старший, бросила мне этих гусей. И так, ну типа, какая реакция, что я должен, наверное, буду сказать ей благодарные слова за это. Вот, мы ту собаку посадили на цепь, чтобы она не грызла больше соседских гусей. И когда у меня ребята кушали освященную пищу, остатки пищи выносили ей, этой собаке. А теперь слушайте внимательно, что с тупой, безмозглой скотинкой стало через несколько месяцев. Просто поймите разницу между ней и вашим мужем, когда будете слушать. Хорошо? Первое, что произошло, эта собака, она стала различать, на кого гавкать. Она на добрых людей не лаяла, лаяла только на злых. Следующее, что произошло, эта собака начала, перестала реагировать на кошек и гусей, понимая, что они несчастные и требуют заботы. Следующее, что произошло, она начала всех собак в округе соседских кормить, прежде чем поесть самой освященную пищу. Она сидела и ждала, пока они поедят, потом ела сама. А потом она начала кошек еще кормить соседских. А потом, когда в будке было холодно, и мы увидели, как кошка зашла в будку, и мы увидели, что она спит на собаке, я вам клянусь, что так и было. Мы тогда ее сняли с цепи. А весной, когда взошло солнце, она вышла, вылезла за калитку и легла там. И по ней ходили гуси, которых она грызла до этого шеи. Такие изменения произошли в собаке. А потом, когда мы молитву читали, она в прихожую, ей было не положено, то есть мы запрещаем собакам заходить в дом, а там есть прихожая, она залазила в прихожую тайком, где снимали обувь. И там где-то пряталась и сидела, слушала молитву. И когда ее вытаскивали, ну то есть она, ей говорит, брысь отсюда. Она делала вид, что она не слышит. Она сидела вот так и как будто не слышит. И ее когда вытаскивали, ну за лапы вытаскивали, она вот так сопротивлялась лапами. Тормозила со всей силы. Ну то есть она смиренно себя вела, не кусалась, но тормозила, чтобы ее не вытащили. И слушала молитвы. И потом мы поняли, что этого не надо делать, что у ней тоже есть право как бы думать о Боге. И мы дали ей там место, возможность, она приходила во время духовных программ и слушала молитвы собака. Но у собаки нет разума, понимаете? А у человека есть. В этом разница заключается. Пытайтесь понять, какие изменения происходят в сердце человека, который находится в чистой и светлой атмосфере. Поэтому принцип изменения своей жизни не такой, как вы думаете. Начните со своего сердца, потом из вашего сердца атмосфера выйдет на вашу комнату, она станет чистой, там вы будете отдыхать в этой комнате, по крайней мере спать будете крепко. Потом дальше эта атмосфера выйдет и за ее пределами. Начнется меняться вся квартира, ваши близкие оттаивать начнут. Просто от того, что вы желаете им счастья, думаете о них хорошо, заботитесь о них, думайте о Боге. Понимаете, самое главное, поймите принцип. Чем выше вы настроены, тем больше счастья всем. Чем электричество больше подключает человек, более высокой электростанции, тем более сильное напряжение к нему идет. Понимаете, по его сердцу. Вот и вся система. Но даже если вы просто будете иметь силы достаточно душевной, подойти к мужу не тогда, когда он бьет ребенка, а просто подойти в другое время и сказать: «Вася, пожалуйста, помягче с сыночком. Он все равно все поймет, если ты помягче будешь». То не с первого раза, но с пятого до Васи дойдет. 100% невозможно, энергия любви все равно растает лед. Все равно растает лед. Невозможно сохранить то же самое настроение, если жена ведет себя правильно. Но чтобы так себя вести, надо сначала простить его жестокость ему. А потом уже в прощенном, в состоянии любви, с ним по-доброму, по-человечески разговаривать. И тогда он постепенно до него начнет доходить, что вот так нельзя делать. Но если вы будете обижаться на него, то вы входите в эту систему. Когда мужчина жестокий, женщина какой должна быть? Обидчивой и несчастной. Забитой, обидчивой, несчастной. Это одна система.
Допустим, если женщина обидчивая, забитая, несчастная, каким мужчина становится рядом с ней? Жестоким становится и непреклонным. Понимаете, да? Ну просто забитый, несчастный человек вызывает такое желание так себя вести. Рядом с забитым, несчастным человеком хочется быть жестоким и непреклонным. Хватит валяться! И так далее. Понимаете, это естественная реакция на забитость. Когда женщина обижается, мужчина каким становится? Гневливым. Когда мужчина гневается, женщина какой становится? Становится обидчивой. Когда женщина слишком ленива, мужчина каким становится? Напряженным. Когда женщина слишком напряженная, мужчина каким становится? Расслабленным. Когда женщина гиперответственная, мужчина каким становится? Безответственным. Когда женщина сухая, не любит мужчину, мужчина каким становится? Пьяным. Когда женщина не верит в своего мужа, мужчина каким становится? Кобелинистым. И так далее. Понимаете, это законы. Законы совместной жизни. С ней ничего не сделаешь. И поэтому, если вы не, как бы чувствуете, что вы ослабели, стали несчастной, забитой, это просто означает, что вы вошли в эту систему отношений неправильных, и все. Надо победить в своем сердце эту систему. Надо заставить себя в молитве быть спокойной, сильной, прощать, просить прощения, любить. Надо все экзамены, которые дает жизнь, надо все их сдавать обязательно. Человек не должен уступать судьбе ни на грамм, ни на грамм. Если девушка работает во время беременности, может ли это негативно отразиться на ребенке? Может даже негативно отразиться, если она и не работает. Допустим, сидит и тоскует дома, плачет. Если женщине скучно дома, ну пусть пойдет работать. Главное, чтобы она наушник один вставила в ухо, и там в наушнике или лекция должна звучать хорошая, или музыка духовная. Для женщины главное это поддерживать беременной, поддерживать хорошую атмосферу в своем сознании. Ребенок, внутриутробный период ребенка, он создает, он питается атмосферой. Он создает чистоту в своей жизни, пытается почувствовать веру. То есть ребенок взращивает веру внутриутробный период. Изучает, что такое вера. Если мать упахивается там, занимается чем-то другим, то ребенок, он верит в это, в деньги. А если мать думает о Боге, то... Но если мать должна работать, допустим, она может в это время молиться, допустим, и тогда ребенок будет чувствовать молитву. И голос мой услышь, Бог нам говорит. А его голос можно услышать через тех, кто молится. Понимаете, в этом формула победы. Люди часто думают, куда мне бежать, что делать, чтобы мне легче жить стало, как мне победить свою судьбу. Вот вам формула в ведических писаниях древних, в одном трактате про победу над судьбой пишется в конце. Спасение в звуке, точка. Спасение в звуке. Точка. Спасение в звуке. Точка. И все. Три раза повторение одно и то же означает нет компромиссов. Нет возможности поспорить, обсудить. Что нет других вариантов означает. Потому что звук связан с разумом. Разум меняет судьбу. Звук усиливает разум. Судьба начинает побеждаться. Именно звук укрепляет психику человека и дает ему опору и возможность побеждать. Поэтому, когда люди сражаются, что они делают? Ура! Знаете, что такое Ра? Ра — это сила солнца, да, сила победы. Понимаете, то есть, когда человек кричит, звук создает, это дает опору, и он бежит с этим звуком потом сражаться. Что думать, просто так это все выдумано? Они придумали это? Никто ничего не придумывал. Это все создано высшими силами, так устроен этот мир. Если человек опору берет просто в мыслях, он думает, ой, мне так плохо, я печалюсь.
Это не опора, она разрушает жизнь. Опора означает, что перестал печалиться, думать обо всем, включил голос молитвы и начал повторять: «Я желаю всем счастья, покатайся, отвлечься от себя». Потому что заноза находится там, где человек привлечен к себе. Я разок решил провести такой эксперимент в армии. Я экспериментатор по природе, как вы уже поняли. У меня вот здесь вот был гнойник, такой вот здесь вот, флегмона такая в кисти, желтая такая кисть с гноем. Ее надо было разрезать, убрать гной, зашить. Операция такая на руке. Там военный хирург, я говорю: слушай, ты не будешь обижаться, если я попытаюсь вытерпеть без наркоза, я хочу почувствовать это, как это, без наркоза, без обезболивания, когда тебя режут, ну, хоть раз в жизни. Он говорит: у меня были такие случаи, я знаю, как надо, я тебе помогу. И я такой сосредоточился, я йогой занимался, такой сконцентрировался, он начал резать это, я начал дышать, потому что с помощью дыхания можно победить до боли. Я с задержками дыхания начал дышать и сконцентрировался на боли, и пытался с задержкой вдоха и выдоха перетерпеть боль. Я вот так сидел, и с каждым вдохом-выдохом мне тяжелее и тяжелее было дышать. И в тот момент, когда у меня уже не было сил, когда я уже решил, что зря я как бы в этот эксперимент ввязался, он мне сказал удивительную вещь. Он говорит: ты сейчас подумай с добротой о каком-то человеке, попытайся забыть о себе. И я думаю, неужели это поможет? Я начал как бы, ну, думать с добротой о других людях, представляете? И вдох-выдох начал уменьшаться, сила нагрузки уменьшаться начала, мне стало легче. А потом просто он режет, а я чувствую, что я полностью контролирую ситуацию. Представляете, он все зашил, зарезал, обрезал, зашил. И как бы, и я понял, как эта система работает в этот момент. Бог мне дал знания. И потом там же в армии я, по аналогии по этой, я начал людям лечить головную боль. Я тоже, ну, беру вот так в руки человека, солдатика, беру вот так вот голову в руки и говорю: думай обо мне, не думай о себе, желай мне счастья. Не думай о своей головной боли, желай мне счастья. И он начинает вот так думать, а я вот так беру в руки его и начинаю дыхание вот это, основано на его словах, сливаюсь как бы с его звуком. И постепенно у него жик, он говорит: все, не болит, голова проходит. Ну, то есть идея в чем заключается? В том, что основная проблема в любой боли, в семейных отношениях, вот когда тебе больно в жизни, у тебя там человек уходит близкий, мучает твоего сына, ребенка, как бы жестоко бьет твой муж. Ну, разные виды боли могут возникать. Проблема только одна. Боль уничтожает разум у человека. Человек не может ничего поменять в своей жизни и фокусирует его только на боли. Замкнутый круг. Боль рождает боль. То есть человек начинает думать только об этом, больше отвлечься от этого не может. Он ничего не может ни сказать, ни сделать, ни подумать. Просто сконцентрирован на боли и все. Мы разок с женой так повздорили, у нас был вопрос серьезный. Так мы очень как бы категорично настроились друг по отношению к другу. И пошли к наставнику решать этот вопрос. Мы как бы даже так думаем, не хочет он меня понимать. Ну как бы от друга так относились. Ну настроились категорично друг по отношению к другу, потому что по-разному воспринимали ситуацию. И мы пришли к наставнику, он был с женой в это время, они приготовили, мы как раз договорились о встрече, они нас ждали, они приготовили там освященную пищу, и они давно нас не видели, они приехали издалека, как бы соскучились. И мы пришли, когда с ней, они знали, что мы будем что-то им рассказывать, какие-то там свои трудности. Вот. И он сел перед нами, начал улыбаться, вот так смотреть с улыбкой на нас. И мы каждый по очереди рассказали свою точку зрения, вот, как мы понимаем ситуацию. Улыбался, вот так смотрел.
луч солнца золотого передавал нам. Ну, просто любовь. У него исходила любовь. И мы говорили, говорили, каждый свое. Он слушал. И потом, когда он нас выслушал, настало время ему что-то сказать же, да? О том, что он увидел, услышал. И он посмотрел на нас в этот момент и говорит: а теперь пойдемте кушать, уже все остывает. И знаете, как в этом велосипеде, в колесе так. Я вот так в сердце в своем почувствовал, как никелем из меня выводит вот эту вот идею, настроение отчужденности от мнения моего близкого человека. И так вот. У меня в сердце такое. Даже если она тысячу раз не права, я все равно с ней соглашусь. Просто ради этого человека, ради его любви, ради его сердца, ради вот этой атмосферы, ради того, что он нам подарил. Просто я готов согласиться с ней со всем, что она говорит. Неважно, права она или нет. И я поворачиваюсь к ней и смотрю точно такой же взгляд на меня. Та же самая ситуация, потом мы анализировали, та же самая ситуация. И нам даже не надо было ничего говорить, мы пошли кушать просто спокойно. Вся ситуация разрешилась без всяких слов. Просто любовью, понимаете, и все. Просто любовью. И у нее не было ни тени сомнений, что она разрешится именно так. Поэтому он ничего не сказал. Мы покушали, пошли счастливые, потом вообще даже не поднимали больше эту тему. Просто забыли про нее. Теперь можно общаться с человеком 5 часов. Говорить, кто прав, кто не прав, разговаривать, и никакого толку нет. Почему? Потому что все ситуации решаются только силой сердца. Ты только верь в нее, в мою любовь. Своей любовью мир весь обними, чтобы счастливым быть в любые дни. Надо отвлечься от себя, почувствовать любовь другого человека, подарить ему любовь, забыть про свою боль. Когда человек отвлекается от своей боли, он побеждает судьбу. Отвлечься от боли можно только с помощью любви, а любовь содержится в чистых, светлых людях, которых надо искать в своей жизни. Некоторые думают, да и нет никаких светлых людей вокруг. Да есть 100%. Возьмите любую икону, возьмите любого возвышенного человека, поставьте его изображение, просто икону, просто того, кто жил пусть 500 лет назад, там Сергий Радонежский, начните ему поклоняться, просто кланяться, спасибо тебе, что ты пришел в мой дом, там, приготовили пищу, поставили, пожалуйста, попробуй, так, скажите прям, пожалуйста, попробуй сначала, освети своим взглядом, а потом мы будем кушать, называется освященная пища. Ты отдаешь, чтобы он осветил своим взглядом. Теперь у вас возникает вопрос, а где гарантия, что вообще это вот действительно есть? Что если я кому-то, ну, какой-то иконе показываю пищу, где гарантия, что он увидел? У вас возникает такой вопрос или нет? У кого возникает? Поднимите руку. У меня тоже. Я вам сейчас расскажу историю. Я исследователь, можете сами исследовать. Мне сказали, гарантия такая, если ты очень близко и с любовью как бы отнесешься к нему, серебряная ниточка обязательно появится в ваших отношениях, обязательно появится связь, и он обязательно будет отдавать любовь тебе в ответ на то, что ты делаешь по отношению к нему. Никто не умирает, понимаете? То есть Сергий Радонежский жив, и он будет откликаться на ваше желание что-то сделать для него. Не то, что вы сейчас прямо будете у него спрашивать, где машину по дешевке купить. Понимаете, он будет откликаться, вам всегда советы давать. Он не для этого предназначен. Он предназначен для того, чтобы мы ему дарили свою любовь, а он будет дарить нам свою в ответ. Понимаете, да, систему? Что надо бескорыстно настроиться. Чисто, светло, бескорыстно. У меня есть несколько таких друзей, которые в чистые, светлые отношения с ними. И один такой товарищ вот со мной ездил, вот как Максим читал лекции со мной, ну, помогал мне. И он как-то уехал, а мы из одного города, из Тольятти, он поехал в этот город.
к родственникам туда. А я же экспериментатор по природе. И я думаю, вот сейчас я и проэкспериментирую, когда он уехал. Мне важно было понять, работает система или нет. И я такую изобрел, такую методику. Я взял его фотографию, поместил на часы, которые вот так вот, чик-чик, ну, качался вот этот маятник внизу. Я на этот маятник его фотографию поместил, сел такой и думаю, я желаю тебе счастья, чтобы у тебя все было в жизни хорошо. И почувствовал сердцем вот связь эту с ним. Почувствовал, а сам туда-сюда смотрю за его фотографией, концентрируюсь. И потом через 10 минут, вот видит Бог, так и было. Через 10 минут, вот как только это сделал, сразу ему позвонил. Звонил, говорю, Сергей, как дела? Я говорю, я о тебе сейчас думаю. Он говорит, а я чувствую. Я говорю, а что ты чувствуешь? Он говорит, мне так хорошо стало, он только голова кружится. На маятнике вы не качаете. И тогда я понял, что эта система работает. Что не зря люди в храм приходят, к Господу обращаются. Что не зря люди как бы к святым, к святыням обращаются. Это все работает. Просто у нас нет опыта никакого. Мы думаем, что работает только то, что находится непосредственно перед моим взглядом. Давайте проведем эксперимент. У кого из вас родственник находится там за горизонтом? Ну, далеко где-то. Ну, вас, допустим, да, девушка, женщина. Далеко? Нет, нет, живой, живой где-то, ну, у вас, да? Ну, давайте вот микрофончик ей. Или у нас сегодня нет, некому давать микрофончик. А, есть, все. А вы сейчас вспомните его, слышите? Вспомните его. Это близкий вам человек, да? Близкий, да? Вот. А, вы мне сейчас просто мне скажите, как его, кто это, мужчина, женщина? Папа. Папа, все, тогда понятно, мужчина. Вот. Ну, у нас культура советская пока еще. Вот. Как его зовут? Сергей. А где он находится? На другом конце города. Я думал, на другом конце земли вообще, города. Но это же близко. Ну-ка, давайте у кого далеко. Вот у вас, мужчина, да. Да, вот вы, да. Ага. Мужчины обычно более скептичны. Это хорошо. А как зовут родственника? Остав. Родственника зовут Татьяна. А вы хитрите сейчас, такой хитренький такой. Вот, надо настроиться искренне. Мы же искренне договорились. Татьяна, да? Таня. Таня, а где она живет? Город Комсомольск-на-Амуре. Это далеко Комсомольск-на-Амуре? Хабаровский край. Рядом. А у кого дальше? Ну вот давайте, вот женщина, у вас далеко? Екатеринбург, ну подальше, давайте, ладно, остановимся на Екатеринбурге. Ну, давайте, как зовут? Сын там? Замечательно, как зовут? Марк. Марк. Ага. Ну-ка подумайте о нем, вспомните его сейчас. И еще раз скажите, как его зовут? Марк. Ага, вот теперь понятно. У него сейчас наладилась жизнь, а где-то месяца 2-3 назад было тяжелее по каким-то причинам. Правильно я говорю? Да. А? Сейчас у него лучше с работой. Повышение на работе произошло. У него хорошая память и категоричный такой ум. Он такой невысокого роста, коренастый такой человек. Нет? Высокий? Очень высокий. Высокий. Ага, значит, я вот это не поймал. Сейчас посмотрю еще раз. Ага, вот что я понял. Он высокий, но он ну, занимается спортом каким-то, да? То есть качается, что-то такое. Я поэтому почувствовал, что такой крепкий.
познакомился с кем-то. Да. Хорошая девушка. Девушка, хорошо. Видите, она же, я же не знал, женат, не женат. Недавно познакомился с девушкой. Хорошая, потому что она ей нравится. Ну, хорошая. Так. Но у него нет своей квартиры, да? Жениться не хочет на ней. Пригрозите ему, скажите, так нельзя. Хорошо? Хорошо. А она сильно хочет замуж за него, так? Да, она не старше. Он сейчас не работает, отдыхает в настоящее время. Вот сейчас прямо. Он не работает, отдыхает сейчас. Я знаю. Эксперимент закончился, нормально? Давайте еще. Вы, наверное, всю жизнь готовы экспериментировать. Я думаю, что достаточно. Просто идея в чем заключается? В том, что она просто, вспомнив о нем, дала мне возможность его почувствовать. Понимаете, я могу это, я всю жизнь этим занимаюсь, я тестирую тонкое тело, психическое человека, то есть это моя работа. Я могу это почувствовать. Это требует определенных сил, напряжения. Вот. Понятно, что когда папа поднимает штангу, это интересно, красиво. Можно еще раз попробовать, еще раз. Вот. Пупок может надорваться в какой-то момент. Вот. Но идея заключается в том, что связь эта существует без всякого сомнения. Если вы настраиваетесь с любовью и верой на старшего, допустим, на икону, на человека, который не сейчас живет, а жил на земле до этого когда-то, он все равно сейчас где-то живет. Где бы человек в этой вселенной не был, вот эта энергия ума, она миллиарды раз быстрее скорости света, она обладает огромной молниеносной силой, и она проникает по памяти, всегда проникает туда, куда надо. Поэтому люди с древних времен, они получали могущество, силу от святых людей, думая о них, вспоминая их, желая как бы помощи, защиты, поддержки, понимаете? Когда человек вспоминает о Боге, вспоминает о святых людях, слушает, а лучше всего в звуке вспоминать, со звуком. Или ты сам как бы звуком произносишь, а лучше, если тебе кто-то помогает, понимаете? Сначала вот эта сила внутренняя, она не работает. Человеку, чтобы свой сильный звук создать, требуется десятки лет молитвы, чтобы у него как бы внутренняя сила проснулась. Это. И для этого требуется очень сильное напряжение. Но когда человек просто слушает голос того, кто молится, неважно, даже у того человека, может быть, тоже не сильно проснулся, но если он молится, а ты слушаешь его голос во время молитвы, то в этот момент включается вот эта вот связь, понимаете, то есть электрическая нить. Вот это включается, лампочка загорается у человека. Это уникальный метод, который в древней культуре существовал, с древних времен. И люди побеждали свою судьбу с помощью старших вот таким образом. Поэтому я вам советую воспользоваться всем этим методом, опору в своей жизни найти силу, дающую возможность вам побеждать судьбу. Потому что без силы нет победы. Почему человек не может простить? Почему человек не может вернуть жену? Почему не может перевоспитать сына? Почему не может терпеть ситуацию? Почему ругается? Почему не прощает? Почему рано утром не встает? Почему не способен поверить? Потому что у него не хватает душевной силы. Есть только одна причина. Не хватает душевной силы. А душевная сила, она укрепляется с помощью настраивания, настроя на того, у кого больше эта сила. Понятна система? Вот я, опираясь на голос человека, могу целому залу дарить счастье. Вот опираясь на голос, вот возвыше вот этого хора, я реально чувствую, что я сначала настраиваюсь на вас, потом сначала просто, ну, не пускаю вас к своему сердцу, а просто настраиваюсь на голос сильнее, сильнее, сильнее. И в какой-то момент я чувствую, что я опираюсь очень крепко, и тогда я начинаю вас внимательно слушать и слушаю, слышу в ваших глазах также трудности, проблемы, страдания.
И я, когда начинаю как бы в сердце это брать, я чувствую, что я не выдерживаю. Я сразу тут же опираюсь на звук. И этот звук выбивает все сомнения, печали из моего сердца. Понимаете? То есть зал становится все счастливее, счастливее в это время. Представляете, столько людей сидит, и можно всем сразу одновременно помочь, опираясь на звук тех людей, которые молятся. Потому что они связаны с источником света, который не имеет границ. Через них может идти столько силы и света, что нам даже и не снилось. Понимаете? Потому что у Бога нет ограничений в том, чтобы кому-то помочь. Эта методика очень простая. Вот только начните просто, пробуйте так делать, молитесь, при этом опираясь не на себя, а слушая внимательно, повторяя так же, как он, слушая его вместе с ним, так же, как он, не обязательно с такой же скоростью, главное в настроении в том же самом. Сначала вы ничего не будете понимать, что происходит, вы не будете чувствовать, что победа какая-то идет, но постепенно, со временем, когда вы будете так делать, почувствуете, что как будто сердце ваше оперлось, в сердце звук придет. И тогда, после этого, вы сами уже начинаете от его имени, с его силой, с его пониманием, от сердца уже начинаете отдавать звук свой другим. То есть, понимаете, в это время хочется очень сильно себе помочь. Как бы раз опору почувствовал, думает, а вот теперь замуж! Нет, не надо этого так думать, потому что это не поможет. Когда человек думает о себе в момент, когда наперся на святость, тогда в этот момент все разрушается. Надо понять принцип жизни. Замуж когда? Это решает Бог. А я просто желаю всем счастья. Вот вчера девушки у меня выхватывали ленточки, чтобы выйти замуж. Это правильно. Когда девушки берут от старшего благословение вместе с ленточкой, и потом верят в это благословение, то через старшего приходит сила, дающая возможность выйти замуж. Но если бы кто-то из вас, одна девушка, бы взяла эту ленточку, она не замужем сама, и отдала бы эту ленточку другой девушке, которая не замужем, сказала, тебе нужно тоже. В этот момент Бог бы ей дал в 10 раз больше силы. Понятная система? Если ты отдаешь то, что ты хочешь себе, отдаешь другому, тогда ты благословлен. Если ты сильно хочешь кушать, отдаешь другому кушать, сам не кушаешь, тогда ты очень сильно благословлен. Тогда ты получаешь огромную силу в сердце. Но понять это очень трудно. Ну как я ленточку свою мне дали, отдам другой? Подумайте об этом. Ну даже если просто от старшего что-то принимаешь и потом думаешь об этом, это тоже. Была такая ситуация. Один наставник вынес своим ученикам освященную пищу. И они очень редко виделись. Он такой очень возвышенный учитель. И он дал вот кусочек освященной пищи из своих рук. Это считается очень благоприятно. Дал ученику своему одному. И тот посмотрел и говорит, от моего наставника освященная пища. Такой счастливый, смотрит на нее. А другой ученик выхватил и съел ее сразу. И тот так расстроился, аж сел такой, побелел, говорит, такой и уже хотел его побить. В таком отчаянии был. И учитель тогда подошел, поставил их между перед собой и говорит, есть два типа отношений к освященной пище. Одни люди в великом счастье кушают освященную пищу, а другие в великом счастье ее отдают другим. Те, кто в великом счастье отдают другим, стоят выше. Посмотрел на того, кто обижен. Объясни, думаю, что лучше. Ну, тот, естественно, начал пытаться в великом счастье отдать. Ну, таким образом, как бы надо понять, что вот это вот настрой отдавать другим является основой победы над судьбой. Принцип очень простой. Я думаю о других и прославляю Бога. А Бог гарантирует, это гарантия. Бог сам без моего ведома будет решать мои проблемы. Понятно, какой принцип? Веда объясняет, что счастье принадлежит Богу, энергия счастья принадлежит Богу. Фактически это энергия его супруги.
Это женская энергия, энергия счастья. Она принадлежит супруге Бога. И когда человек пытается счастье схватить, то он вступает в конфликт с Богом. Но когда человек служит Богу, тогда супруга Бога, она дает ему свое счастье. Она радуется ему, и таким образом тот получает счастье от нее. Но когда он увидел счастье, обрадовался счастью, она от него уходит. Потому что она принадлежит только Богу. Энергия счастья только Богу принадлежит. Таким образом, человек всю жизнь должен чем заниматься? Он должен всю жизнь счастье отдавать другим. Понимаете? Вот и все. И забыть про себя. Он не должен думать о себе. Если он как бы думает о других, постоянно настроен не на себя, даже вот во время этого настроя, попытайтесь понять, мы повторяем, я желаю всем счастья. У кого во время настроя возникло чувство радости в сердце? Поднимите руку. И вот все, кто из вас, кто подняли руки, если вы на этом чувстве сосредоточились, вы все потеряли в этот момент. Надо чувство радости получили, отдавать его, не думать о нем. Быстрее как бы вспомнить, что надо отдавать, потому что мы покупаемся очень быстро на это. И не отдаем, а думаем о нем, и все, до свидания. Все успокаивается, и радость заканчивается. А если человек продолжает отдавать, он как будто в поток этого счастья включается. Понимаете, так можно прожить всю жизнь. Тема ясна? Кстати, вот в это время, когда было вот это вот время занавеса как бы в России, нельзя было ничего изучать. Стас Намин, он изучал Веды тайком. И эта песня, она вот как раз оттуда. Как раз оттуда, из этого знания. Итак, пожалуйста, попытайтесь понять сам метод, он не предназначен как бы, чисто не то, что он ведический, он просто, этот метод просто существует везде и всегда. Этот метод победы над судьбой. Когда человек думает о своей проблеме сам, он таким образом никогда ее не победит, потому что он прикован к боли, которая делает его несчастным. И так он будет вариться в этой боли всю свою жизнь. Единственный выход – это пойти и сделать что-то для кого-то, начать жить другой жизнью, начать кому-то отдавать, служить. Причем интересно, что именно в том же ключе. Например, голодный должен отдавать пищу, а женщина, девушка незамужняя, должна учиться всех любить, заботиться обо всех, как будто бы она замужем. Просто о подружках заботиться, там, жучках, птичках. О ком угодно, постоянно как бы служить, заботиться обо всех. И как только она так настраивается, вот как Золушка, всем служить, заботиться и про себя забыть вообще, появляется принц сразу. Это закон. Никогда не бывает иначе, попытайтесь это понять. Никогда не бывает иначе. У меня был такой случай в жизни уникальнейший. Одна девушка, она